Рецепт приготовления нежного пирога с грушами и миндальным кремом. Приготовить тесто. В кухонном комбайне смешать муку, соль и сахар, песок, добавить масло и 2 столовые ложки ледяной воды. Взбивать, пока тесто не станет рассыпчатым. При необходимости постепенно добавить еще до 2 столовых ложек воды. Завернуть тесто в полиэтиленовую пленку и поставить в холодильник на 1 час. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подписавшимся, больше вкусностей. Продукты и их количество, далее. Для теста муки, а также мука для поверхности, 1/4 стакана. Соли, 1/2 чайных ложки. Сахарного песка, 1/2 чайных ложки. Ледяной воды, 2-4 столовые ложек. Большое яйцо, 1 штука. Муки, 2 столовые ложки. Соли, 1 чайная ложка. Экстракта миндаля, 1/2 чайных ложки. Абрикосового джема, 1/2 стакана. Груш, нарезанных, 900 грамм. Количество порций, 8. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Удачи, друзья, заходите.